Добрый день. Сегодня вот солнышко. Я пробегусь, посмотрю, что нового у меня зацвело. Это фиалочки. У меня их две. Тут вот напротив солнца не могу снимать. Что, поехали дальше? Орхидея Машари, моя дорогая. У нее очень крупные цветы. Вот, если сравнить с моей ладошкой, крупная орхидея, очень. Какая она красивая, эти крапушки. Вот, классная орхидея. Смотрите, какая она яркая. Орхидея розовая сорока. Орхидея Дурбан, как переливается на солнце. Чтобы ее снять, я, наверное, повернусь вот так. Вот она красивая какая. Пышное цветение. Вот эта орхидея PF9898 Азиат. Вот, растит. Дальше цветоносик. Маленький, но живучий. Красавчик. Это у меня что-то должно зацвести. Я не помню, что. Как зацветет, подпишу обязательно. Тоже жду. Вот какая красота у меня зацветает. Покупала я ее в том году. Отцветшая была. Нет, она не была цветшая. На ней были 3-4 цветочка. Пришла она вот с таким цветением, а открылась у меня дома совсем бледные, как поганки, цветочки. Ну, думала, она дома так и цветет бледной. Но вот зацвела она, конечно. Это вот окрас, который я обожаю. Темные вот эти цвета. Я очень люблю орхидеи с темной расцветкой. Смотрите, сколько у нее бутонов. Она прям елочкой. Вот это в том году, который бутон цветоносик был. И он разбудил вот почечку. Вот такая красота. Прелесть просто. Посмотрим, как это будет смотреться, когда будет полное цветение. Кстати, покажу, какая у нее корневая. Видите? Очень сильная у нее корневая. Может, поэтому так и зацвела. Корни лезут со всех щелей. Вот орхидея Тина Мелиса. Она уже потихонечку уже вот отцветает. Ну, Тина Мелиса сейчас начнет расти. Дальше вот видно, вот она начинает уже расти. Тут у нее везде в пазухах начинает вот все расти. Вот, сейчас она начнет цвести заново. А так потихонечку уже увядает. Сниму вам свой папоротник. Он занимает у меня полкомнаты. Вот муж сварил для нее такую подставочку. Вот так это все смотрится. Да? Ты котенок, дочки. Гости к нам приехал. Ой, ты красивый, какой ты маленький. А? Глазки такие красивые. Гости к нам приехал. Я хожу по комнатам, а он за мной. Да? Думаю, глазки такие, бусинки прям. Пуговки. Пуговка. Тут вот бутоны Лего Фантастик. Ну, наверное, завтра уже точно откроется, но пока сегодня нет. Это будет ее второе цветение. Цветет по сорту. Покупала 1,7. Куст вот растет еще маленький. Ну, цветок не пропустила. Цвести будет. Красотка.
Вот да, стебель и скэншн. В этот раз у меня скэншн зацвела какая-то больше розовая. Она в том году была больше рыжая. И вот какая-то простенькая вот получилась. В том году была очень видная, красивая. А вот они рядом с дастибелью. Дастибель намного ярче. Вот эти крапушки, смотрите, на сепалиях. Дастибель ничего нет, но вот эта неоновая серединка просто бомбическая. Зацвела орхидея Феникс. Очень красивая орхидея. Вот у нее еще один цветоносик еще есть. Это ее второе домашнее цветение. Первый раз зацвела, только один был цветочек. Феникс очень вкусно пахнет. Пандора так и цветет. Красавица. На одном цветоносе два ответвления. Красавица такая. Такая она волнистыми краями, вся такая нежная, вся юбочка такая, как будто бы, знаете, вот сейчас мне ламбаду станцует. Такая красивая. Ну, этот сюрприз, конечно, меня удивил. Когда ждешь просто белую орхидею, биглип, она зацветает какой-то не белой. Совсем не белой. Посмотрим, что это за сорт получится. Пересорт. Но красиво, конечно. Открыли все бутончики вот этой красотки. Вот облачко такое. Розовое, красивое облачко. Это все сейчас смотрится вот так. Это с желтой губкой вот новый цветочек открыла. Тут красота стоит еще. Ничего не доращивает. Все как и есть. Шоколадка. Красотка. Вот этой вот как будто бы доращивает цветонос вот у нее на кончиках. Это Caribbean Dream. Красота. Ну, тоже прям красавица, да? Вот еще два бутона. Это большое взрослое растение. И вот так мало цветочков. Орхидея Black Marble. Она уже 2 недели, этот бутон не открывает. А мне так интересно посмотреть, что это будет. Какие-то сплэши там есть. Вроде бы. Один бутон она скинула. Что будет, посмотрим. Это красотка, которую я думала, что это у меня сорт Мальма. Оказалось, что это Sunset. Смотрите, сколько у нее бутонов. Эта желтая губка просто прелесть. Очень красивая. Но она не передает цвет. Очень красивая. Так вот. Вот что-то такое. Смотрите, какой у нее, какая губка красивая. У нее вот в губке есть крапушки такие красивые. Классная орхидея. Вот сколько у нее бутонов. Это будет ее первое домашнее цветение. И вишенка на торте. Посмотрите, как у меня зацвела сакура. Такую сакуру я вижу сама первый раз.
Покупала себе цветущую по уценке. У нее были очень плохие корни, и я отрезала ей цветочек. Один был цветочек, он был обычный. Смотрите, какие у нее сплэши получились. Она на живую прям, ну, как в сказке, такая сказочная, очень красивая. Тут вот что-то с сакурой, что-то схожесть есть. Пока отрезать не буду цветочки, потому что мне очень эти цветы нравятся. Они такие яркие, красивые такие. Просто я ее, как была в мамхе, поставила в банку поллитровую. Ничего подходящего не нашла. Обычно я высокие стаканы, если есть, вот для коктейля, вот туда их вложу. А у меня не было его. Поставила просто поллитровую баночку. Пересаживать не буду. Пусть корни проснутся. Вот такая красота. Красивая. Очень. Ну что, на сегодня, наверное, пока хватит. Пока-пока.